Сергей Казак родился на Брещине в Березовском районе. Поучиться и поработать довелось в разных городах и даже странах. Однако к своей малой родине всегда было отношение особое. Это видно и в работах. История и культура родного края, личности, которые причастны к его становлению и развитию. Все это нашло отображение на многочисленных полотнах. В основном творы уже написаны про Берестя, про легенды Берестя, про Берестейский край. В выставочном зале порядка 7 десятков произведений. По признанию Сергея Казака, это малая часть работ. За долгие годы творчества удалось потрудиться на славу. Многие картины находятся в музеях, галереях и частных коллекциях. Персональных экспозиций в Бресте мастер кисти не проводил почти 25 лет. Я давно не выставлялся в Бресте, давно не робил персональной выставы. Может, годов 25, а то и больше. Я выставлял так по одной, две, три работки, ну, с мастаками разом. Ну, а сегодня у меня такая выстава, собранная за годов 40 моего творчества. На торжественную церемонию открытия выставки пришли коллеги, близкие люди, друзья и просто жители областного центра Брещины. В числе последних ученики классов, имеющих художественный уклон. Возможно, будущее поколение белорусских мастеров. Тут очень все красивое, очень красиво нарисовано, выражены. Каждый вот в лицах не видно, ну почти нету. Вот не прорисовано, но видно каждую эмоцию. Понравилось то, что нарисовано очень много нашей области. Есть самая картина, которая мне больше всех понравилась, это «Охота сапегов» Ружаны. Там очень все красиво и очень хорошо переданы эмоции. К слову, тем, кто хочет увидеть Брест и окрест глазами художника, стоит поторопиться. Экспозиция картин Сергея Казака будет доступна для просмотра в выставочном зале на Советской до 1 февраля.